Проблема наркомании среди подростков – бич современного общества, ежегодно уносящий десятки тысяч жизней. По степени важности тема употребления запрещенных веществ сегодня стоит на втором месте после терроризма. И хотя от наркотиков людей гибнет больше, чем от взрывов, но эти тихие и медленные смерти зачастую остаются без внимания общественности. Профилактическая работа и информирование подрастающего поколения – главные помощники в борьбе с опасным пристрастием. Целью сегодняшнего мероприятия «Дети России» является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности обучающихся о последствиях потребления наркотиков и об их ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот. Всероссийская акция – еще одна попытка остановить наркотическую атаку, которая в последние десятилетия обрушилась на юных граждан нашей страны. По неутешительной статистике, более 60% людей, употребляющих запрещенные вещества, – молодежь. Ведь легкодоступные и популярные в подростковой среде так называемые «легкие наркотики» – первый и зачастую необратимый шаг к наркозависимости. Один раз попробовал, и путь назад закрыт. Так называемые «легкие наркотики». То есть человек не привыкает к ним сразу, а начинает постепенно чувствует какую-то начальную эйфорию, ему все хорошо, многие проблемы психологически отпадают. И в результате чего с этих легких наркотиков и люди переходят уже на тяжелые. Становятся полностью наркозависимыми людьми и на протяжении небольшого времени начинают просто разрушать свой организм и погибают. Подобные профилактические лекции для школьников в Одинцовском округе проходят регулярно. Полицейские не устают напоминать, употреблять наркотики или нет – это выбор и личная ответственность каждого из нас. Екатерина Яровая, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцова».